Новая причина быстрого разряда нашего телефона в настройках HyperOS от Xiaomi. Разработчики снова делают нам сюрприз. Если вы являетесь пользователем HyperOS, то сейчас я вам расскажу о трех новых настройках. И первая, получается, касается аккаунта Xiaomi. Вторая позволяет легче отключить рекомендации и рекламу. И третья явилась причиной того, что мой телефон стал намного быстрее разряжаться, чем обычно. Это скрытое меню аккаунта Xiaomi. Суть настройки заключается в том, чтобы запретить любым китайским сервисам собирать информацию об аккаунте. То есть в настройках телефона откройте меню аккаунт Xiaomi, об аккаунте Xiaomi и конфиденциальность пункт. В появившемся документе нужно найти, получается, начатую ссылку, то есть она выделена в тексте. И после нажатия телефона откроет веб-версию аккаунта Xiaomi. После этого откройте меню Mi аккаунт и перейдите в меню приложения. И здесь собраны все сервисы, которыми используют и обновляют в фоне информацию об аккаунте на телефоне Xiaomi. Если вы видите незнакомые вам сервисы, помимо стандартных, то доступ к информации можно в любой момент запретить. Следующая настройка телефона. Я восстановила сервис MSA, то есть отвечает за рекламу, для того, чтобы убедиться в полезности дальнейшего совета. Итак, в меню настроек находится пункт «Отпечатки, данные лица и защита устройства», в который переместили настройку «Доступ к личным данным». То есть в этом меню предоставляется доступ к данным системы и пользователя, поэтому просто отключите его у ненужных приложений, например, MSA и GetApps. И с помощью этого удастся неплохо сэкономить заряд батареи на своем телефоне и снизить количество рекламы в Xiaomi. И последнее, это настройка для увеличения времени работы вашего телефона. То есть после перехода на Xiaomi 14 и одного из недавних обновлений, я заметила, что телефон стал мой намного быстрее разряжаться, чем обычно. И оказалось, что в HyperOS период синхронизации Google аккаунта для любых сервисов происходит чаще, из-за чего мой телефон расходует больше энергии. В расширенных настройках HyperOS поместилось меню «Аккаунты и синхронизация». Откройте настройки Google аккаунта и отключите службы, которыми не пользуетесь. То есть я для себя отключила это Google, календарь, задачи, документы, задачи в календаре и диск. И также после настройки я получила для себя дополнительный час работы экрана, хотя изначально никогда бы не подумала, что причина может быть именно в этой синхронизации. Поэтому делюсь с вами, чтобы вы тоже могли улучшить свой телефон. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока!